очень красивые камушки. Я бы хотел дом. Ну, мы и так собираем камушки. Просто здесь много амулетов, но чтобы амулет имел силу, мне кажется, камушек надо самому добыть. Классные камушки, да? Ну, у нас они лежат. А, это как какой? Покажи. Коробочки. Еще. Это какой камушек? Ну, где-то оно есть. Но мы ее давно не попробовали. Надо как-нибудь входить. Опять спокойно. Ну, это красивый храм. Сделаем собственный амулет, так? Угу. О, какие звери из глины интересные, посмотри. Они похожи больше из дерева. Нет, это из глины, ты же посмотри, там даже надпись написана. Где? Надпись: в вине мудрость, в пиве сила, в воде микробы. Кувшины, сосуды разные, горшочки. Ну, пойдем. Пап, посмотри. Что? Тут мягкие игрушки, браслеты, амулеты, бижутерия. Это бижутерия. Тут вообще красотень. Какая фантазия автора. Несуществующее животное и звери. Как красиво все сделано из стекла. Смотри, славянские обереги, цветок папоротник, аркаин, валькирия, духобор. Папа, это зачарованное или нет? Пойдем. Пошли на автобус. Куда? На автобус? Пешком пойдем? Нет. Да. На автобус. Ладно, пойдем к бабушке. Да что ты прикладываешь? Это что? Это все камушки. Видишь, колечко. Вот подержи. Ну, держу. Да что это такие за маленькие? Ну? Что за малюсенькие? Вот такие. Ну, пойдем. Посмотри. Пойдем. А тут можно по шарикам пострелять. А тут не скупись, покупай живопись. Ва-ва-ва. Красивая картина. Одну из них я бы хотел бы себе на даче повесить. Я бы тоже. Обзор. В деревне и так за окном такая картина. Ну какая. Смотри, бабочки.
Пойдем. Ну? Еще игрушки.